Где столик? У меня уже достаточно таких людей. Червак. Червак, червак. Не, не червак, но мой. Я курить. Да не, я бегаю и кушаю одновременно, и не могу фласку сожрать. Да. Да нет. Да, быстрее должны убить, чем когда он один останется. Что-то не знаю, у меня не вылетает. Так картинка и стоит. Боссы стоят. У вас так же? Не, не дропнуло. У меня тоже вначале не вылетало, а потом дропнуло. Пускает.
Вы не являетесь членом группы? Ну, класс. Да все равно что-то лагает, говно какое-то. Сейчас вылетим на кладбище. Ну, блядь, говно еды, блин, встали прям под портал с входом. Пойду собрание от мудоха. Не вышло. Сука, уёбки, блядь. Вроде перебили их уже. Вы рейд собираете уже? А тут у меня труп, короче, в подземелье. Вот без этого. Кто там еще плюсуете? Можешь ассиста дать, я ему приглашу одного. Уже все. Базука с Роланда еще. Блять, успел залететь, слава богу. Ты что там успевать залететь-то? У меня бабл был в откате. У тебя же вроде там не только бабл, там вроде еще какие-то есть защиты. Где там Орландо с базукой? 50 на 50 и шо, и все. Против замедления еще есть. Лайн за хуйня слаб. Еще что-то. Лайн свободы снимает замедление все. Возложение на себя не кастуется. Почему кастуется на себя? Как это? Чё, серьезно? У меня что-то не получалось никогда. Нажми сейчас на себя. Пиздец, вот это, блядь, нихера себе. Может, у тебя дебаф был? Хорошо, у тебя, да, дебаф висит, когда нельзя. А-а-а. Вон, да тебе прочитай. Вижу. А, то есть крылья 50 на 50 и возложение рук, они друг друга запрещают, если одно что кастуешь, правильно? Угу. А, понял. Крылья разве включены в этот список?
крылья с 50 на 50 не работают. Либо то, либо то. Это я точно знаю. Значит, и возражение рук туда же. Но пока работают крылья, нельзя включить что-то другое. Вот там такая, вот такое условие. Как крылья заканчиваются, можно. Крылья вроде 20 секунд. Да. Чё вы там бежите? Ага. 30 секунд после использования нельзя юзать. Но он ушел, он написал сразу, если мы к 9 не стартанем, то типа он уходит. Ну вот, мы к 9 не стартанули, он ушел. Если это про Лока. Но у меня, кстати, не исчезли. Чародейский порошок заставляешь тратить. Я помню, что тут пиздец какой-то. Мне тут рассказывали про великолепные запомнить цель макросы, которые каждый типа твой скилл прокастовывает дисплей. Но блин. Не, ну аддон-то у меня есть этот. Если про декурсию ты имеешь, ну. Да-да. Силу.
Не прокнуло или задиспорил, непонятно. Два камушка поменял, 4200 дает. Ну тут ты даже больше из-за того, что тут крипы вместе стоят, плюс еще синие. Ну, может быть. Это точно, я тебе говорю. А меня в рейде нет. Я престом сейчас. По Вейдфьюри, наверное, или по слез дерева. Да, да, Блеров. Если с дерева встаешь? Сейчас меня выпрыгнуло. А, понял. Не пишет просто. А, вот тоже. В хилботе не пишет, а в пати пишет. Вот это проблема, согласен. Так он здесь вот. Труп его. Я в Долоране вообще. Дух. Прикол. Я что-то глюкануло. А ты резни его по телу. Не вставай, просто не, по не, телу. Не-не, он в Долоране именно уже. Он живой в Долоране. Не, он дух. Не, не живой, не живой, дух. Дух по телу резается. Беги с Долорана сюда. Чё там, два шага. Резнул. Пришло? Нет. Сейчас я буду думать. Не-не, нормально, я на кладбище вернулся, меня обратно тут бросило. Ой, наркомания, блин. Чё за... Туда-сюда, обратно. Нет, Симон не пришел. Вы слишком далеко пишет. Я почти добежал нормально. Привет, ну не идет ритуал призыва даже. Типа, может быть, прошлое не отменилось еще. Ну, та, которая, по идее, не сработала. Наверное, как-то так.
Ешь рыбу сразу. Червак положишь снова. Мне пришлось себя хирить. Я мгновенку прожимал, что не прожалось. До этого я спас мгновенка, а сейчас на этом быстром становлении, что не прошло. К
как называется, короче, на меня дебаф залетел какой-то, который 75% увеличивает урон по мне. И... Не, на нем ходки висели. Висели на нем ходки. Я просто быстрое восстановление, ну, быструю мгновенку не прошла почему-то. Но я исповедь себя дал, потому что на меня повесился дебаф, и мне щит сразу же забило первым тиком, и осталось там, треть хп отлетело. Поэтому я исповедь на всяко стянул. Что это вообще за дебаф было? Такого не видел раньше. Статическое напряжение, как так называется. Мне еще пришлось ШВ отдать, когда двое были живы, там, не знаю, может, что-то тикнул дебаф, может, что просадило, прям конкретно процентов до 10. Не-не, там нормально все было под контролем. Я просто задиспелил на секунду позже, типа, и потом сразу же в тебе исповедь давал. Не, ну, там когда у меня было 10% хп, я лучше нажму ШВ и выживу. Ну, я так рассуждал. Ну, окей, не буду отдавать. Тут согласен. А почему вопрос восстановления так против? Я что не могу понять. Классная билка. Какая? Восстановление. Восстановление. Зеленый хил, который типа хилит, а потом еще... 25. Я его только на танке бросаю, чтобы просто висело.
Ну, я помогал чуть-чуть. Мы разгромили железное собрание и открыли... А чё жать-то? Молодцы, ребят! Лицо сдух. Ну, вот. Не помню. А диск чё жать? Диск. Квестовый, который... Диск. Тут есть кто, кому это, кулачное или как оно, кистевое? Если прям совсем не надо, это не надо, я бы в PvP против попробовал. На офспек ходил. Не, если тебе нужен танк, могу тебе отдать. Я вообще не скажу, что нужен, я против не PvP, чтобы чисто пофаниться, я бы сходил. Но если... Хотя наш вообще на ловкость идет. А диск это же задание, да? В искру? Мы вчера, когда Ро было, на кнопочку нажимали, короче, там пиздец какой-то. А Хадира убивали? Лёх, пойми, что он делает такого, чего мы не можем пережить? Огнем жарит жестко. Беги, малышка, беги! Я могу починить это, а может я не могу. А пшо взорвался? Об мины или что? Не, от шокова не убежал, оказывается. Что это, да? Тут, короче, лучше бежать
вдоль, если ты видишь, вот где зажечь сейчас бежит, вот сюда и выбегать от этой херни. Потому что хилы стоят. Сейчас хотел выбежать в последний момент, но я так понял, что тут так чарджи работают, что пока ты до цели не доберешься, ты считаешься в том месте, откуда начал бежать. Типа, что ты находишься. Ну, короче, бред. Я это заметил, типа, ты чардж делаешь, кидаешь просто, ну, и ты телепортируешься на то же место, откуда чардж делал. Ну да, с прыжком. На этом боссе еще умереть сложно. Да, кинь на меня этот с херню в диван или что? Время чаржа умер. На, давай. Бармалюга, каждый сам за себя. Смотри, ты нормально танкуешь еще. Так он со щитом. Ну да. Ты еще 3 минуты будешь там стоять, чехлы. Я думал, он сейчас типа отагрится просто. Не? Блин, ладно. Ты хотел попробовать на себе дивайн? Да не, я думал просто, что комбо спадет и все. А что за читерство, блин, на орле такой летает? Это обычно ездовое, только ну, выглядит по-другому. Не-не, летает. Не, ну он тут это как ездовой считается, обычно не летает, просто выглядит, как будто летает. То я думаю, уже началось какое-то парирование читерства. Не-не-не-не-не-не. У меня летающий. Просто очень приземленный, да? Невысокого мнения о себе. Да, ну, низко летаешь, в погоде. Удары не засекли. А у меня вопрос, смотрите, мы вот ливнулись в той гильдии, а если снова в нее войти, репутация останется предыдущая? Нет, нет. Или заново надо скачать? Заново. Блин, там было, у меня там почти... Ну, я хотел Феникса купить, у меня там оставалось 10 тысяч. До 21. Ну чё, вчера военная баталия была за него, типа, дал 2 гимна, не дал немного больше ДПС, а типа, всё, ты не ролишь. Это, блин, пиздец охуенно. Хилы ближе к центру стоят, но не в центре. Вот это вот пол. Тогда варн между нами выносит, и мы можем все щедром хилить. Беги, малышка, беги! Рога, ты будь внимателен насчет гранат, потому что на третьей фазе это может быть смертельно. Беги,
малышка, беги! Кины все еще лежат. Кого? Я понял. На мне, короче, оплетение какое-то было. Я не знаю. Беги, малышка, беги!
лыжка, беги! Да. Я не могу тут по голове доставать. Говори со мной. Приходи еще.